всем привет. В этом видео хочу сказать, за что я благодарен 2022 году. 2022 год мне принес очень много. Он улучшил мое здоровье, а более выносливым, более сильным, больше энергии. Чтобы преодолеть технологии 21 века. А также благодарю Академию успеха вместе, Андрею Шаура, Маргариту Вес, которые разработали всю продукцию Success Сибири, которую я уже принимаю. Также я благодарю за то, что я побывал на Байкале. Я был первый раз в жизни в Иркутске на Байкале, на президентском бару. Это очень круто. Это принес мне самый лучший год, 2022. Я знаю, что было много всего. Были испытания, были хорошие дела. Но в любом случае, хорошего было больше. 2022 год принес новых друзей, новых знакомых, поменяем мышление, лучше общаться, разговаривать, написать новые знакомые. Я прощаю в 2022 году, иду в 2023 год, потому что это круто.